в эфире канал Мишпартейн. Еще один учебный год почти закончился, и каникулы уже не за горами. А значит, пора подводить итоги на традиционной церемонии награждения «Евросик», которая начнется с минуты на минуту. «Евросик» — это еврейский «Оскар», который ежегодно проводится для учеников начальной школы. Он проходит в Доме дружбы народов, куда приходят не только дети, но и их родители, дедушки, бабушки, братья и сестры. Для средней и старшей школы проводится церемония награждения «Еврос». Дипломы традиционно вручаются в номинациях «Умник», «Знаток и удальки», «Знаток», «Активист», «Родитель года» и «Семья года». А еще в этом году диплом получили самые активные любители интеллектуальных игр. Однако, наши ученики показывают удивительные результаты не только в учебе, но и в творчестве. Школьные музыкальные и хореографические коллективы «Шемыш», «Севивон» и «Отражение» порадовали зрителей церемонии яркими выступлениями. В облаках никто не сможет разглядеть наши белые кеды, а мы там где прямо каждый, каждый день можно спать до обеда. Знаешь, все мечты такие сладкие на вкус и цвет, и выше неба ты меня улыбнешь, я улыбнусь. А еще каждый класс подготовил хореографический номер, поэтому абсолютно все ученики и даже учителя смогли почувствовать себя настоящими танцорами. Подошла к концу церемония награждения, и на этой торжественной ноте мы прощаемся с вами и желаем хороших каникул. Репортаж подготовил Ефим Пайер. До встречи в сентябре на канале Мишпахтейна.